главный IT-специалист в такой компании. Ну а в Африке что может делать? Наверное, он будет просвещать аборигенов в сфере IT-технологий. Ну, в общем, как и многие наши участники, Коля лауреат многих конкурсов авторских песен, мы все знаем Колю как автора юмористических песен. Но что-то в последнее время он нас разочаровывает. Его все тянет на какие-то серьезные песни, лирические. И сегодня он, по-моему, как раз в этом амплуа выступит. Да, именно так. Появилось много хороших новых песен, но я их пока не публикую. У нас скоро будет концерт, пятый концерт с Геной Смирновым. Это юмористические песни, да? Да, там в основном будут юмористические. А сегодня вы не дождетесь, к сожалению. А сегодня? Да, я не так давно начал, ну вот, решился выйти на сцену петь песни. В 2013 году первый раз я вышел. Я вышел вот с этими песнями, которые я сейчас хочу показать. У нас год, Коля, за два. Так что это уже давно. Хорошо. Песня на стихи Адриана Протопопова «Русалочки». Ночами пьют русалочки густой настой глуши, как эскимо на палочке маячат камыши. Уснули мысли гнусные, соблазны подлецы, а в небе звезды и кунгусные висят, как леденцы. И спит под каждой лосиных губ.